гипсовая штукатурка, про вертикальное стягивание, горизонтально. Я сделал такие маяки сначала, потом сделал вертикальные, в смысле, потом горизонтальные. Горизонтально она стягивается лучше, потому что меньше провисает. Когда тянешь снизу вверх или сверху вниз, она висит, обвисает. А когда справа налево, то есть меньше провисания, меньше его вздутия, выдувания. Так что вот такие вот маяки. Горизонтальные. Делайте по лазеру. Можно сделать вертикальные сначала, а по ним горизонтальные. Потом, как я сделал. Можно по лазеру выставить сразу. Вот такая вот штукатурка.